Всем привет! Вы на канале 18 соток. Сегодня мы будем готовить сверхострый соус «Огненный демон». И для его приготовления мы будем использовать самые острые сорта острого перца, острота которых выше 1 миллиона сковелей. Для приготовления этого соуса я взяла три вида перца. Это 7 Pot Chaguanas Шоколад, 7 Pot Infinity. Острота этих перцев по 1 миллиону сковелей. И также я взяла Тринидад Маруга Скорпион Йеллоу, его острота 2 миллиона сковелей. Также нам понадобится, перца в общем количестве должно получиться 250 грамм. Также я взяла 2 зубка чеснока, около десятка листочков базилика, 125 миллилитров яблочного уксуса и половинка чайной ложки соли. Вот я подготовила перец. Если приблизить камеру, можно увидеть такую маслянистую как бы жидкость. Это и есть капсаицин. Очень приятный аромат на кухне стоит этого перца. Остро, в носу чешется. Теперь все эти ингредиенты, которые нужны для соуса, мы загрузим в блендер и будем измельчать. Загружаем все в блендер. Отправляю листья базилика. Отправляю перец. Чеснок и остальной перец. Добавляю соль. И яблочный уксус. Закрываем блендер и начинаем измельчать. Вот до такой однородной массы мы перебили все ингредиенты. Вот такой соус у нас получился. Очень вкусно пахнет, остро. Примерно получилось соуса 200 миллилитров из этих продуктов. Этот соус для экстремалов, кто не боится рискнуть употребить эту пищу. Я дала попробовать младшему сыну, он сказал, этим соусом можно людей пытать. Вот сейчас стою, в носу идет жжение. Даже я его еще и не пробовала. В общем, невероятно острый. Так что будьте с этим соусом осторожны. Заходите на наш канал. Будем готовить другие сверхострые и не очень острые, слабоострые соусы. Оставайтесь с нами. До встречи. Всем пока.